Доброго времени суток, друзья! Меня зовут Соня, и я приветствую вас на моем канале. Как вы помните, в прошлый раз мы выиграли вот этот вот шикарный таз. Понтяк какой-то там, а ну... Зверина какая-то, он над капотом торчит, такая хрень, не помню, как ее там величают. Ну, давайте обкатаем, посмотрим, что как оно едет, а ну! Наваливай! Так, Джулиан, иди в жопу. Плавно так он набирает, честно говоря, ну прикольно. Так, окей, вон он там гонка есть рядышком, давай, ух, шлифует. Нормальный такой зверек старенький. Ой-ой-ой, что-то я неудачно въехал, простите меня, товарищи. Ну попробуем теперь на нем чуть погонять, а то Эклипс да Эклипс. Тут машины не так часто меняются. Так, первую. Чего? Venture Level. You must driving C-класс. А, лежишь, блин. А какой класс моего таза, я не понял. Чего это я не канаю? Я хотел прокатиться на нем. У тебя же вроде бы такой же сарай, я не понимаю. Еще и по классам. Лады, поехали в гараж, поглядим, что у нас за класс вообще нашего автомобиля. Я что-то не совсем понял. Нужен C. Такого момента я не ожидал, честно говоря. Я-то думал, тут все проканает, а нифига, нифига. Или он сильно крутой у нас? Может быть и такое, честно говоря. Manage Venture. Да, почини. Окей. Групп 2. Групп 2. А где класс? Ребят, я не вижу никакого класса тут. Групп 1, групп 2. Они оба со второй группы, как бы, этих сарая. Фиг его знает. Выходим, короче. Поедем на другую гонку тогда. Не знаю. Что не пошло? Файт! Так, есть кто, нет кто. Хотя, когда нас это заботило, есть тут кто или нет кто. Так, окей. Чё дают тогда? Один отморозился, ну да хрен с тобой. Там бабосики, смотрите, гонка еще одна на машину есть. Но я не знаю, я бы, наверное, на Эклипсе разве что макнулся бы. Но можно поехать посмотреть, а тут он на кубок еще какой-то. Поехали посмотрим, на что там гонка будет. Может, сейчас еще затащим, ну или сольем машину. Я в нее тоже вложил по полной программе, в эту тачку. Кстати, ребята, я Special Ability не поставил ей. Ха, гонка на машину отменяется, разве что... Разве что, если я что-нибудь сделаю с ним, в плане... Установлю Special Ability. Блин, ну едет неплохо, быстро двоньки. Нет, третий это... Не потащит уже, хорошо наваливает тазик. Так, где там, что там, куда-то? Тут мы уйдем вправо. Ой, тьма-то какая. Было бы лучше днем кататься, наверное, на тачку. Сильно рискованно. Сильно рискованно ночью. Ночью сложнее несколько. Хотя, в принципе, эту тачилу мне будет не так жалко, как... Блин, Мицика! Слить. Хотя жалко тоже. Какая бы, блин, машина не была бы, это машина. На денег стоит нифига себе. Это дорого очень, больно. Поэтому нет, жалко, жалко, чё я уж. Блин, тут столько трафика, это капец. Выдавливаем, давай. Так, чё тут, куда дальше? Идем чуть в сторону. О, она даже что-то там в занос пошла. Зверюга. Вау, блин. Блин, тут трафик вообще дичь какая-то стала. Очень часто реально мешается, путается под ногами. Что усложняет как бы дело. Где-то тут копы, а сзади копы были. Хрен с ними. Тьма тьмущая, нифига не вижу. Эй, братюнь. Я был, конечно, не прав на самом деле, но... Что сделаешь? Вписался, огонь. Пролез чисто. Да ладно вам, что вы там все рассигналились прям? Выпендриваются они. Вау. Миллиметражист Sony, что еще скажешь. Так, спереди копы, мы их объедем сейчас. Ну их нафиг, не хочу я с ними возиться. Карл, иди нафиг. Поехали посмотрим, на какую машину мы тут кататься будем. Если что, тут рядом гараж есть. Можем заехать туда.
и подкинуть ништячину эту электрошок. Надеюсь, его не надо будет прокачивать на этой машине еще, потому что на Мицике он на 2 звезды у нас прокачанный был. Ааа, заморел! О, черт, мусоров вызвали. Вот то, что я говорю, что тут вызывают ментов. Вот такие вот бабы. Блин, они меня еще и ищут! Не-не-не, нафиг, уезжаем. О, они меня совсем ищут. Гребаная баба вот эта вот. Somebody help! Надо было ей попасться вот это вот. Ох ты, смотри на этого копа хитрожопого. А, он заехал туда в переулок, ладно. Сейчас мы где-то переждем слегонца. Припаркуемся в пеньке. Развернусь-ка я в обратную сторону, а то опасно, как-то копы едут сюда. А, нормально пока. Блин, ну такая атмосфера в этой машине, реально. Этот звук, вы слышите вообще этот звук? Огонь! Все. Поехали. Поехали, поглядим, что там они хотят, что нам предлагают, против чего мы ехать будем. Я сюда не хотел заезжать, я что-то не понял, что это было. Ну ладно. You've got to be kidding me. I thought you weren't like that. I'm not. I'm, you know, just down here to get a tattoo. Really? Yeah. I was thinking try hard right here on my neck. Very funny. Check this. I got to go hit the strip. We into racing all up down the beach out here. I mean, if you're interested. I'm kind of busy, but maybe he's interested. Sure thing, homie. You know where to find us, right? Yeah, man. All right, my man. Походу удачно мы заехали, видать что-то новенькое появилось, он турнир какой-то. Лады. Так, ну что, поехали, посмотрим, что за тазик. Блин, это трафик тут. Простите, извините, я, да, нехороший. Где заезд-то? Блин, ну что, была дорога? Я думал, заднюю, о, пихнул четвертую. Ну да ладно, сейчас пропихнемся сквозь всех. Простите, извините. По встречке, вот где. Вау. Ага, паркинг. Поехали. Ух. Так, против чего мы тут тягаться будем? А, это этот типочек, о котором мы только что болтали. А ну, допустим. Против Мазды. О, RX-8. Ребят, неплохо. Блин, я прям даже не знаю. Хорошо, мы сюда вернемся еще. А, можно либо на бабосики, либо на тачку. Но тут рядом есть где-то гараж, кажись. Гараж. Я его тут видел где-то, карту большую. Был гараж тут, светился. Че, нету уже? Печалька. Блин, ну мне будет сложно, я не знаю, без времени. Ладно, поехали на этот кубок. Правда, кубок, опять же, без электрошока печалька будет. Уйди нафиг. Да не быкуй там. Ой, нифига рвет зверина. Будет не очень ок, если сейчас скажут, что наш таз не подходит для этой гонки. Вон, поворачивают они все. Давай, все, проехали. Ух, как срывается. Я хочу хоть на одной гонке поучаствовать на этой машинке. Как она, ок, не ок будет? Отлично. 2700. Ставочки растут по чуть-чуть, и это хорошо. Давай, родной, поехали на кубок. Кто кого? О, тут рейнджик против нас, нифига себе. Это серьезно. Ладно, мы, короче, без электрошока будем пробовать по чесноку с ними тягаться. Фиг знает, получится ли. Машинки у них, опять же, похлеще наши. Нифига, рейнджики, уйдите нафиг. Блин, они такие высокие, капец. Мне как-то с ними не по себе кататься. Блин, нафиг пошел.
Чувствую, без электрошока солью я сейчас. Ну да ладно. Солью так солью. Не буду тянуть. Вернемся в гараж, возьмем Эклипс наш и все порешаем. Осторожно, встречка. Так, сколько передач, интересно, сарая? 140 на 4 наваливает. Серьезно наваливает, серьезно. Что не скажи, едет бодренько автомобильчик. Ну-ну-ну. Где ты там, ублюдок? Сарай этот, конечно, по-моему, побыстрее будет, чем Эклипс, мне так кажется. Может, я ошибаюсь, но, блин. Ты посмотри на них. Холопы, холопы. Так, у меня еще два заряда нитро есть. Это хорошо. Блин, гоняют нас по этим кругам туда-сюда. Так, я все еще первый, отлично. А сколько надо там чемпионата, я не знаю. Наверное, три гонки, как обычно. Как обычно, три гонки, по идее. Блин, в повороты она прикольно входит, эта машина. Немножко с заносом такое, знаете, как маска у Тары. Вот есть такое немножко ощущение. Не радикально, конечно, отличается, но отличается по управляемости от Митсика. Блин. Уйди нафиг, блин, блин. Думал, впишусь, нифига не вписался. Все нафиг. Даешь пятую. А пятой тут, по-моему, нету. Охо-хо-хо, как быстро все происходит и рискованно. Уйди к чертям, быдло. Не вписался я, ребят, капец. Солью я, наверное. Все, нитро нет. Сплитстрим это единственное, что у меня есть, которое я тоже потерял. Офигеть. И электрошока нет. Да, без электрошока тут не соваться, походу. Воу. Уху. Стремно-то как. Сплитстрим. Правда, так стремно мне за ним соваться, честно говоря. Мать твою. Блин, как это было стрёмно. Да, и вот он финиш. И вот сейчас был бы электрошок, я бы затащил бы. А так, увы, я второй. Печально. Печально, печально. Так, 4 очка у этого ублюдка 7. Ну, мне для победы надо постоянно первым приходить. Это маловероятно, честно говоря. Ладно, продолжаем. Yes. Как я мог забыть поставить, блин, штуку эту, электрошок? Вообще непонятно. Файт. Ох, нифига, она именно срывается аж в занос, реально, ребят, со старта. Машина зверь. Тем не менее, они все равно быстрее меня разгоняются. Что-то кто-то там кого-то втаранил, я весь прям в дороге сосредоточен, надо победить. Поэтому даже не смотрю, что там происходит сзади. Какие-то бабы там орут, простите, бабы, я не специально, я всего лишь хочу приехать первым. Никаких столбов, блин. Да блин, никаких машин. Что-то меня там догоняет какой-то упырь, по-моему. Вау! Шоссе, окей. Жарим. Давай, Понтиак, мы должны затащить. Ты ж крутой, кошерный, такой мужской именно автомобиль. Давай мы сейчас порешаем тут все. Уах! Отлично. Вау! Ха. Боже, как тут рискованно все происходит. Прям очень рискованно. Я офигею, ребят. Ху-ху-ху. Даешь третью передачу. Да, он реально с заносом немножко входит в повороты. Понтиак такой. Дает жару. Вот эта вот машина мне тут нормально прошли. Четвертую. Блин, какой-то урод прям сзади на хвосте сидит. Не очень я хорошо вошел. Урод получше вошел. Вот электрошок бы мне сейчас. Козел. Только не говори, что это будет сейчас финиш скоро. Блин, надо где-то нитро спалить. Удержался, блин.
Офигеть, как все рискованно и стрёмно. Так, четвертое, нет, тут нитро тоже не попалишь. Вообще не вариант. А вот тут вариант. Нитро! Ух! Сейчас есть шанс, но опять же, очень рискованно. Третье. Влетаем в поворот. Фу-ху-ху-ху, как я улетел. Этот урод позади, но мне что кажется, что он меня сейчас нагонять будет. Ну посмотрим, посмотрим. Давай, Понтиак, давай, родимый. Боже, как это сложно. Без электрошока, ребят, это практически невозможно проехать первым. Тише, родной. Блин, ну поворот и так себе он проходит. Давай. Наваливай. Очередной резкий поворот. Блин, тут так гоняют этими кругами, офигеть просто. Давай, вытаскивай. Вон этот ублюдок сзади. Ты ж крутой тазик, ты должен затащить, обязан просто. Так, шоссе. Или это не шоссе, блин, это под мостом. А, шоссе. Я ни черта не вижу, темно. Нормально, сход с шоссе меня меньше радует. Куда поворот? Ага, понятно, блин. Все, капец. Прям перед финишем, нитро нет. Давай! Блин! Все, слив. Мать его, этот поворот. И мать его, этот Понтиак. Слил я турнир. Да, ребят, вот так вот первые проигрыши идут. Нафиг, выхожу сейчас, иду в гараж. Дальше победу мне не взять, это однозначно. Хотя посмотрим, что там по очкам выходит. Козел. Тут вечно один и тот же бот приходит. Че у него, 9, у меня 8. Хотя нет, спорно, знаете. Я на втором месте еще. Ладно, я попробую, чем черт не шутит. Поехали. Континия. Да, чини. Без обилки это капец. Просто. Почти невозможно. Второй раз я вторым прихожу. Блин. Капец. Эти рейндж-роверы. Ох, как он подрывает. Вы видели вообще? У меня такое ощущение, как будто я первую передачу передерживаю на нем. Достаточно стартануть и сразу на вторую перекидываться. Рейнджик, я смотрю, ты наваливаешь там пипец как. Конечно, со своим полным приводом. Сходу, блин. Сходу он всех делает. Так, два выстрела нитро. Надо их придерживать на адекватные какие-то моменты. Иди нахер отсюда. Иди нахер, я сказал. Боже, как тут все стрёмно. Я вообще не понимаю, такое месиво происходит. Жуть. Вот куда? Куда ехать? Куда? Может нитро стрельнуть, я не знаю. Стрельну. Очень темно, просто жуть как темно. Рейнджик, двинься. Фух, пропихнулся. Сложные гонки. Когда уже там рассвет будет? Хорош с этой ночью возиться. Так. А пятая есть? Пятая нет. Вот на поворотах, конечно, да, такой себе Понтиак. Вот чувствуется, что он входит невалом. Мисик намного бодрее на поворотах. Проехал. Думал, не проеду. Нифига. Проехал. Че, куда? Шоссе? Третью? Четвертую? Давай! Какой-то ублюдок все равно на хвосте сидит. Ты посмотри на него, холоп. Прям не отстает. Может помешаться где-то в трафике? Не, нафиг. Надо поаккуратнее стараться ехать. Ни черта не вижу. Боже, тут тьма вообще нереальная. Сколько он едет? 160 миль едет. Кстати, по максималке он неплох. 165 даже. По максималке он покруче, чем... А Митсубиси однозначно. Но Митсик на поворотах решает, конечно, что не скажи. Но по максималке, смотрите, я от них даже отрываюсь по чуть-чуть. А, ребята. Вот вам и шоссе. На шоссе мы тащим. Я ничего не вижу, блин, очень темно. Прям совсем. Я не понимаю, почему так темно вдруг резко стало. У меня вроде бы проектор был настроен поярче, но что-то капец. Так, ну вроде бы финиш спереди. Да, ребят, я затащил эту гонку. По-моему, я сейчас выиграю турнир.
Ух. Жуть, 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 у них эксо. И. Yeah, baby. Фух-фух-фух. Турнай. Yes, я победил турнир. Ха-ха. Ох, это было сложно. Мое счастье, что дважды на первом месте и не один чувак приехал. Реально мне повезло. Зашибись. Вот так вот, ребятки. Тащим как можем. Че открыли у нас? Ага, нам надо победить в 6 победах каких-то. А, с мускл... с маскл-каром, типа, это мы только одну победили, ну окей. Go to garage, пожалуйста, поставить нашу фичу. И поедем, может быть, я не знаю, с этой рыксой потягаемся. Там не рыкса, в смысле, RX-8. В принципе, неплохой аппарат, он должен быть погоднее, чем то, что у меня есть. По-моему, он 3-го уровня, или 2-го, я даже не знаю точно. Хорошо. Кастомайз, да, почини. Обилочки. Да, 2-го уровня EMP, отлично. Так, ну тут по идее у нас ничего больше такого нового не появилось. Перформанс. Ничего не появилось. Короче, поедем с маскл-каром этим сейчас. Попробуем что-то затащить. Ну, кстати, он задние тапки, если такие широкие, поширше передних. Ну все как надо. Ему как раз такими тапками то, что надо, потому что он со старта так срывается. Жуть просто, вы себе не представляете, как. Очень срывается. Так, поехали. Даешь карту. Поехали, будем тягаться еще на одну машину. Или мы сольем Muscle Car сейчас, или мы выиграем RX-8. До свидания. Куда ехать там? Так, Гольф, двинься. Тут копов что-то много рисуется, объедем их, наверное. Фу, пока что можно расслабиться. Такая 5-минуточка, так сказать. Блин, опять копы тут. Ладно, не буду спешить. Перекинемся на нейтралочку, докатимся. Сейчас зеленый. Можно мне как-то перестроиться адекватно, так чтоб никого не впаяться, отлично. Мы так потихонечку, не нарушая. Тут все 40 ездят, походу, наверное, 40 ограничитель или 50, не знаю. Поехали, короче, что нам дальше ждать? Ху-ху! Так, ну что, ребят, я вот сейчас надеюсь, что у меня все получится. В принципе, эта машина у нас казенная, правда, я в нее денег забашлял неплохо. Не очень мне хочется ее слить. Уйди нафиг. Крутятся они, перестраиваются тут, понимаешь ли. В общем, не хочется мне ее слить, а вот RX-8 не хочется. Кстати, в прошлый раз то, что я говорил давно, когда я играл и была ставка на машину, я именно с той RX-8 тягался, ребят. И я ее сделал буквально прям под финишем, и помню, там такой, блин, маршрут был ужасный. Он был очень сложный, и не знаю я, короче, получится ли у меня сейчас. Очень это рискованно, ставки высокие, ну, как я говорил, кто не пьет шампанское, кто не рискует, тот не пьет шампанского, господи. Попробуем еще раз затащить как-нибудь. В принципе, RX-8 может быть и пободрее этого аппарата. Она где-то так же едет, я так думаю, но управляется похлеще. По-моему, у нее повыше левел, чем второй. Ну, посмотрим. Блин, далеко-то как ехать, я прям не знаю. Вы заметили? Все-таки тут город несколько побольше, чем в GTA 5. Он реально больше. В GTA 5 там с одного конца города копы. А в другой очень быстренько доезжаешь. А тут нет, какой-то нигер. Уйди, карта. Так, что ты мне карта показалась? Уйди. Так, что там, красный нам? А если я так с-под тяжка? Нет, не буду. Давайте без если. Хочется гонку проехать, затащить как-то. А вот такое. Ну, зеленый. Или копы сейчас проедут. Их, блин, вон они уехали. Они не видят ничего. Мы сейчас так медленно, медленно. Они назад все равно не смотрят, чем смотреть назад. Потулили. Отлично. Так. Фух, ну что. Час настал, как говорится, ребята. Или пан, или пропал, как говорится. Так, сейчас копов вызовут, стопудово. А, что я сказал? Ну, я сейчас тут скроюсь. Так, оп, и на паркинг. Все, нафиг тех копов.
Ну шо, ребятушки? RX-8, говорите, ставите. Блин, смотрите, какая она кульная там затюнена. Pink Sleep Race. RX-8. 2006 года. Шинка. Ну давайте попробуем. Не знаю, чем черт не шутит. Давайте. Час настал. Будем надеяться, будет не тот же маршрут, то, что был тогда, либо, я не знаю, надо быть очень внимательным. На поворотах я, конечно, на этом Muscle Car сильно сдаю. Ну, давай, родимый. У меня есть два электрошока, они пока что перезаряжаются, ну да ладно. Походу, что-то мне кажется, что это тот же маршрут, а маршрут будет... Снизу города, вверх города и потом опять вниз. Насколько я помню. Я помню, что он был очень, блин, адским. Мать его, блин, этот трафик, блин, вот просто взял и вот решил он перестроиться, мать его. Смотрите, я даже эту RX-8 что-то гнул по чуть-чуть. Пытаюсь, по крайней мере. Блин, как рискованно-то. Так, куда ехать? Я вообще не успеваю, ребят. Не понимаю, что происходит. Где эти огоньки? Вот видите, как они далеко светятся, эти огоньки? Тут прогавать, блядь. Мне фиг делать можно, куда ехать. Вот он меня, блин, сделал то же самое, вот то, что в прошлый раз было. Давай! Солью я сейчас машину. Понтиак, давай! Писец. Печалька. Да, походу, это тот же маршрут дебильный. Нахрена так редко делать эти огни? Я вот не понимаю, я вот не успеваю смотреть и на дорогу, и на карту, еще и ночью. Нахер я ночью поехал, тоже непонятно. Ладно, попробуем, чем черт не шутит. Вот, блин, ну туда поворачивать. Вот почему нельзя почаще сделать эти огни? Бот тут-то насрать, он понимает траекторию, а я не бот. Не знаю, куда я сейчас еду. Заправка. Я туда вообще еду или нет? Да, туда. Даешь четвертую шоссе, есть. А почему они через заправку нитро не заправили, я не понял. Да, ребята, это походу тот же маршрут, вот сейчас надо стрелять нитро. Вот в этом моменте. Выстреливаем. А чувака еще надо... Да нахер пошел. Замедлить его. Один выстрел еще имеется у нас, окей. По шоссе теперь надо что-то тащить. Ох, нормально, он отстал от меня, есть шанс, ребят. Если я сейчас не найду никого, а я не должен. Рот закрой. Сейчас ты мне подаришь машину, упырь. Ха-ха. 160 наваливает мой тазик. Где там дальше? Так, все еще прямо, хорошо. Вот это вот обратный путь мне больше нравится, честно говоря, чем в ту сторону. Так, где-то надо поворачивать. Блин! Быстрее! Куда? Больше... А, есть еще один заряд. Да, дядя, я чуть-чуть читерил. Это ж надо было так не вписаться в поворот. Я не вижу, куда ехать, ребят. Пипец, не вижу. По-моему, мне на шоссе как-то. Вот сюда где-то. Нитро больше нет, но тут теперь надо как-то тащить. Нафиг, нафиг, трафик, трафик. Где тут, блядь, проезд? Пипец, я слил, ребят, он сейчас вон прилетит. Давай! И! Я слил. Фух, да, ребята, вот такая вот печалька, слил я машину. Вы прикиньте, прям перед финишем. Надо было мне врезаться. Печалька. Ладно, братюнь, ты выиграл. Я могу отыграться еще раз, интересно? Я отыграюсь потом. Езжай давай, чувак. Такие дела, видите? Не всегда нам фортуна улыбается.
Мы попробуем отыграться в следующей серии, что-нибудь порешать с этим вопросом. Я на кону поставлю Эклипс. Он у меня кормилица, что-то должен тащить. Так, надо сейчас гараж. Хорошо, у меня хоть есть тазик еще. Про запас. А что это? Не, на этом сами ездите. Даешь, вот. Вот наш таз. Блин, это ж надо, слил столько бабла. Да, печалька. Я могу отыграть опять эту машину? Надо поглядеть. А ну, сейчас. Экзит. Посмотрим на карту. Что дают? Сейчас он там сохранится. Надо было сразу Эклипс брать. Я вписался бы в тот поворот на Эклипсе. Вот на Маскл Каре как-то сложно в таких поворотах. Так, светятся там ключики. Да, ребят, светятся там ключики. В общем, друзья, в следующей серии будем пробовать отыграться, вернуть нашу тачку. А вон еще одни ключики наверху. Покатаемся еще на точилу. Но я вернусь все-таки, буду на ту RX-8 или свою верну. Попробую. Вот. Так что рискнем. Чем черт не шутит, как говорится, вдруг отыграемся. У нас даже три гонки на машину есть. Раз, два, три. Окей, это круто. Тачки — это всегда огонь. В общем, спасибо вам за просмотр. Если было интересно, лайкайте. И до скорых встреч. Пока-пока.